На этой неделе состоится пресс-конференция президента Беларуси. А что бы вы задали? Какой вопрос бы вы задали президенту? Наверное, все-таки очень много детей-инвалидов. И вот хотелось бы, конечно, чтобы обратили внимание именно туда, где дети такие больные есть. Как здоровье. Когда цены перестанут расти? Президенту задать вопрос, будет ли в ближайшее время увеличиваться пенсии? И улучшится ли состояние людей в нашей республике? Как он относится к животным? Почему у нас до сих пор нет дома для животных, приюта для животных? Я знаю, что также нет закона о гуманном обращении с животными. Нету закона о гуманном обращении. Вот меня интересует этот вопрос. Потому что обо всем он говорит, а о животных никогда не говорит. Ну, есть ли надежда, чтобы люди за миллион могли прожить в будущем, которые получают миллион зарплату? И чтобы этот человек смог содержать свою детенка, если одна мать, там, один человек, содержать свою семью за миллион. Есть ли надежда его? У нас, у людей. Когда наша жизнь в Беларуси выйдет именно на европейский уровень, когда наши показатели будут соответствовать именно Европе, чтобы мы могли все-таки называться частью Европы. А что я могу спросить? Я же пенсионер, чтобы пенсию добавил. Когда у нас станет более стабильной ситуация с нашей валютой и закончится ли вам чем-то логическим процесс интеграции с Россией и Казахстаном? Потому что пока это не совсем логично с точки зрения рядового жителя. Будет ли у нас российский рубль, в конце концов, валюта, или белорусский останется? Ну, больше это все же касается экономической стабильности. Почему так мало платят врачам? Когда жизнь наладится, будет нормальный бизнес в стране. То есть со всех сторон нас ущемляют.